Сегодня у нас в студии Ирина Зноба, режиссер театра сказок Дворца культуры «Нефтехимик». Здравствуйте, Ирина Александровна. Творческий сезон в самом разгаре. В ближайшие выходные наверняка порадуете зрителей очередной премьерой. Расскажите поподробнее. Здравствуйте, дорогие наши ангарчане-телезрители. Новый год уже стучится в ваши двери. С наступающим вас Новым годом. И хочу вам сказать, мой прогноз, что этот год будет счастливым. И как говорят, как его встретишь, каким, таким он и будет. И поэтому, дорогие наши ангарчане, маленькие взрослые зрители, театр сказок приготовил премьеру новогодней сказки, которая так и называется «Здравствуй, Новый год». А состоится она 17 декабря в 12 часов. Хочу вам сказать, дорогие наши маленькие зрители, это очень хорошая и красивая нарядная сказка, новогодняя. И в этой сказке участвуют ваши любимые сказочные герои. Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Кикимора и многие другие. И еще Дед Мороз для всех маленьких зрителей приготовил подарки. Поэтому приходите, мы вас с нетерпением ждем. Будет очень весело и интересно. Спасибо большое, что пришли. Благодарных вам зрителей и громких аплодисментов. Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания.